Всем привет! Меня зовут Настя Архипова. Я руководитель благотворительной ярмарки «Душевный базар». Вот уже 5 лет мы организуем самое масштабное новогоднее благотворительное мероприятие страны. «Душевный базар» проходит в течение 1 дня, но объединяет сотни благотворительных организаций, десятки представителей бизнес-сообщества и тысячи неравнодушных горожан. Мы возводим мосты между теми, кто помогает, и теми, кто хочет помочь, и рассказываем, что благотворительность может быть позитивной, яркой и душевной. В течение дня на площадке происходят новогодние чудеса. Творческие мастер-классы и кулинарное шоу, благотворительная елка и удивительные флешмобы, интерактивные площадки партнеров и детская программа для самых маленьких. Любой желающий может провести день с радостью и смыслом. Дарите ваше тепло, тепло ваших сердец. Людьми делает людей солидарность. Вот с такой баночки яблочного варенья началась история душевного базара, который продолжается уже целых 5 лет. И за это время душевный базар объединил более 250 некоммерческих организаций по всей России. Общими усилиями мы собрали 16 миллионов 890 тысяч 699 рублей, а за последний год только душевный базар посетило более 10 тысяч человек. На самом деле это очень простые вещи. Помоги тому, кому ты можешь. Вот и все. В 2015 году мы открываем сбор средств на planeta.ru и приглашаем вас принять участие в организации душевного базара.